Дом сказок, да еще интерактивный и с уникальным дизайном. Надо немного подождать и готовиться к путешествию в Данию, в Оденсе. Там строят новый музей гениального сказочника Андерсена. Старый тоже останется. Со стандартной экспозицией личные вещи, рукописи, книги. А в Доме сказок предложат прикоснуться к атмосфере. Рассказ Юлии Неф. Кто из нас не мечтал в детстве попасть в мир сказки? Особенно, если это сказки знаменитого Ганса Христиана Андерсена. Скоро такая мечта может стать реальностью. В родном городе сказочника, датском Оденсе, будет построен крупнейший интерактивный музей. А назовут его «Дом сказок». Огромное трехуровневое здание, две части которого расположат под землей, общей площадью более 5500 метров, будет доступно для всех желающих погрузиться в мир, созданный великим сказочником. Автор проекта, японский архитектор Кенго Кума, решил сконцентрироваться на атмосфере произведений Андерсена. Этот проект продемонстрирует новое направление архитектуры и дизайна, а значит, он будет экологичным. В нем будут полностью интегрированные сады, строительные материалы будут экологичными и чистыми. Здесь мы хотим показать, что новый тип конструкции, новый тип музея будет отличаться от бетонной коробки. Все здания будут окружены садом-лабиринтом с живой изгородью, а на территории создадут искусственные водоемы и лужайки. Для начала мы решили создать лес, потому что он всегда присутствует в сказках. А затем мы подумали, что сказочная вселенная существует и в подземном мире. И увидеть, как это интерпретируют архитекторы, действительно захватывающий процесс. Интерактивный музей станет прекрасным дополнением к уже существующему, в котором собраны личные вещи, рукописи и письма Ганса Христиана Андерсена. И, конечно, в нем можно увидеть иллюстрации к его сказкам. Новый комплекс поможет маленьким и большим посетителям глубже понять, а возможно и прочувствовать творчество датского сказочника. Наши гости приезжают из разных уголков мира, и мы рассказываем об Андерсене с помощью этого комплекса и нового метода строительства. Это подарит прекрасные впечатления нашим гостям, и датчанам, и иностранцам. В Дании всегда гордились своим земляком. Андерсен – это настоящий символ северной страны, и сказки его волшебные. Маленькие отважные девочки способны на большие подвиги. Вещи по ночам рассказывают чудесные истории, а из поленьев могут расцвести розы. Кай больше не твой. Он не только детский писатель. Его сказки имеют куда более глубокий смысл, чем это может показаться на первый взгляд. Взрослые воспринимают их совсем иначе, чем когда были детьми. С именем Андерсена связано множество памятников и замечательных мест по всей стране. В Копенгагене огромной популярностью пользуется знаменитая статуя русалочки. Ее скульптура возвышается из воды на камне у городской набережной. Округлая башня из сказки «Огниво» до сих пор является самой старинной действующей в Европе обсерваторией. В Оденсе в парке Андерсена есть памятники стойкому оловянному солдатику, бумажному кораблику, дюймовочке и прекрасному лебедю. Андерсен – самый переводимый писатель в мире. Его сказки переведены на 160 языков. Его имя стало символом всего настоящего и чистого. Самым талантливым писателем и художником один раз в два года присуждают международную премию за лучшую детскую книгу – золотую медаль Ганса Христиана Андерсена. А родной город писателя уже скоро позволит нам реально прикоснуться и окунуться в его сказки. Завершить строительство Дома сказок планируют к 2020 году. Юлия Неф, «Вокруг планеты».